Если вы встретите свою настоящую любовь, то она от вас никуда не денется. Ни через неделю, ни через месяц, ни через год. Я Евгений Кузин. И я вернулся. Привет, дорогие друзья. Продолжаем наш уникательный, удивительный рейс из Рязани в Новосибирск, из Новосибирска в Москву. 9-й день в пути. Приятного просмотра. Едовой дальнобой снова выходит в эфир. Дождик поливает в Пензенской области. Контрасты какие погоды. Так, а я тем временем проехал 994 километра от последней заправочки. Сейчас на первой, которая первая встретится, подходящая под нашу карту, заправимся, посмотрим, сколько на тысячу расход у нас был. Загружен 4 тонны. Так, ну вот у нас заправка, Роснефть. 1012 прошел, как раз нормально. Сейчас заправимся. Заливаюсь. Хотел заправить 200 на полный бак. Средств на карте на топливный опять нету. Ну, 150 прошло, заливаю 150, блин. Потом опять мурыжу. Вот это тоже, блин, очень, если честно, вымарывает такая вот ерунда. Ну, в принципе, залил прям возле горловины практически, под горловину, почти полный. То есть, так и получается, как в тот раз я засекал, где-то я езжу 16-17 литров на сотку я расходую. Блин, а погода такая прям щучья, мне прям на пру захотелось под дубом постоять, повыжидать, когда дождичек подстихнет, и выловить щуку на толстяка из коряжечки. Кило на два. Скоро поеду. Пенза. Здесь главное не ошибиться, потому что частенько уезжают туда. Я и сам уезжал туда. Город, там вертаться потом придется на окружную. Хотя, на взгляд, кажется, что там окружная, но нет. Железная Пенза. Дождик, слякоть, спартаковская погода. Должны сегодня Локомотиву трешечку вкатить, мне кажется. На больше сыграют. Антоха говорит, 15 минут нам осталось. Аджичка. Ну чё, стою. Время 9:30. Перспектив мало, до дома 400 километров, но сутки придется до завтра стоять возле дома, 100 километров не доезжая, техосмотр там какой-то проходить. Вот, именно это время нашлось сейчас для техосмотра. Ну, а я вот порезал карпаччо так на скорую руку, хлебушек с аджикой. Так, чуть-чуть хоть заморить червячка, может настроение немного поднимется, то что-то как-то... Как-то все через задницу. Ну, горчичка нормально заходит, неплохо. Вот еще решил чешские колбаски попробовать. Что-то аппетит, карпаччо аппетит прям разгуляло. Чешские, свиные. Таня, передай, пожалуйста, своей маме, чтобы она лучше за своим дедом следила. Приятного аппетита. Едовой дальнобой не сдается. Ну и запьем этой ананасовой шляпой. И булочку с ванильно-сливочным кремом. Сдоба волшебство. Да, смотрите, крем есть, а сверху кокосовая стружка. Кстати, вкусная. Вот лучше с бабушкой смотрим, чем по подвалам по своим. Значит, вкусная. Записывай. Ну все, двинулся дальше. Время 10.
скорость вокруг, но единственное, что сегодня может скрасить настроение, это уверенная победа Спартака. Хотя бы, что сегодня вечером футбол, я смогу это скоротать время. Но просто, блин, на 9-е сутки рейса в 100 километрах от дома делать техосмотр, когда я груженый, а мне еще в Москву его везти. То есть вместо того, чтобы я заехал домой, я занимаюсь этой шайзой. Какая-то тетка на дороге стоит непонятная. Что она вообще здесь где-то стоит? Так что, друзья, вот такие дела. Ну вот, что вода кончается, да, еще может быть там уже. Я приеду туда не поздно, приеду где-то в обед. Часа, я думаю, в 3. То есть, по-любому там пятерочку сходить, воды купить. Может быть, там есть парикмахерские, надо подстричься. И помыть, может быть, там голову, не знаю. Пока еду, ни о чем не думаю. Думаю, как расстаться с этой работой, как так уйти, чтобы отдали деньги. Да даже если и не отдадут, то, ну, завтра объявлю, что как бы, чтобы искали, что я ухожу. Надо развиваться, а здесь на месте стоим. Даже в минус, только в минус. Получается, я работаю на благо, на лизинге, там оно мне надо. Моя жизнь проходит, а я ее разбазариваю в пустоту здесь. Можно продуктивнее. Можно продуктивнее и интереснее для вас работать. Акшан. Покидаю Пензенскую область. Погода как распогодилась, смотрите, а. Езжаю в Республику Мордовия. Мордовия, привет! Зеркала, конечно, трясутся. Вот так вот на скорости едешь. Хрен что в них увидишь, если так. Вот и цена уже открылась полной красой. Можно собираться на рыбалку. Тем временем пятерочка. Я в Путятино. Пополнил схрон. В основном здесь питьевые напитки. Готовлюсь к матчу. Сейчас буду думать, где мне встать и до завтра, где здесь куковать, блин. Техосмотр проходить. Я вот ума не приложу. Надо вот так вот найти, пока человек едет 10-е сутки в рейсе, его еще лишние сутки в 80 километрах. Ну ладно, в 100 километрах от дома мурыжить, когда ему еще на Москву надо ехать, выгружаться. Это вообще капец. Все, встал на стоянке между Путятино, где-то за Путятино на Татнефти. Тут у них и душ есть, и мойка, херойка, короче, встал. И лес вон. Поставил чайничек. Буду запаривать куриную лапшу с пряным соусом. Вот такую вот. Такая и вот такой соус. Соус вот такой взял. Цезарь. Пикантный. Пока лапша запаривается. Чешские колбаски. Ну, с соусом поинтересней. Жарище страшное. Также большое спасибо Алексею Николаеву за поддержку. Леха, завтра доберусь. Надеюсь, домой, видишь, никак. Видос сделаю. Твое здоровье. Большое спасибо от души. Заниматься генеральной уборкой по субботам. Оно нет. Продегустируем сейчас эту шайзу. Бигбон Макс. Это баб тебя так родители воспитали.
Чьих он родителей не воспитали? Ну, лапша крепкая. Но вкус не тот. То ли я так прилопчился к этим доширакам, хотя их потом какое-то время, вы сами знаете, уже терпеть не мог. Ну, сегодня, пополняю скром, я взял коробку доширака и вот такую домши. Значит, по акции вообще там что-то, если доширак где-то в районе 50, то это в районе 30. Ну и для скрона взял пару тульских пряников, пару фрутомотивов, апельсин, вишня и мажетельчик. Ну что, мажетельчика и чокопайки. Что-то я их давно не ел, даже не помню вкус. Вкус вкусный. Куковать мне тут еще долго. Ну и тульский пряничек. Сейчас подходил мужик вот с фуры. Говорит, коллега, у тебя нет ничего от башки. Говорит, башка раскалывается, виски ломит. Перерыли всю аптечку. В основном у меня только от просера. Нашли вот ацетил салициловую и парацетамол. Но что-то читали, так и не поняли для чего. В итоге нашли еще ножпы. Он взял ножпы, пошел лежать. Вот у нас же медики присутствуют. Вот скажите, ацетил, салициловый. В интернете смотрели, там что-то какие-то от инфарктов, от фигартов. То ли от температуры парацетамол вроде как. От головы они их можно пить или что вообще вот так вот от головы? А у меня просто тьфу-тьфу-тьфу. Голова особо никогда так вот не болела. Но мало ли вот так вот, кому помочь, чтобы аптечку укомплектовать. И ацетил, и парацетамол. Действуют они от башки или нет? Ладно, жарище страшное. Время только 4. Ой. Время 4. Будем... Ну что, валяться тут хоть немного, прохладок. Сейчас форточки открою. Устроим небольшой сквознячок, хоть может быть получится. До завтрашнего утра здесь валяться. И при том валяться нет, ради бы, ладно бы, ради чего-то загрузки, выгрузки. А это просто после сибирского рейса длиной в 7000 километров, даже во время, приперлось сделать какой-то техосмотр где-то, блин, за пределами города. Это вообще дурдом. Жду Спартак. Болею вот против Зенита. Пока что Зенит, Сочи Зенит играет на этот фарм-клуб. Ирина Викторовна, большое, большое вам спасибо за такую большую поддержку. Прям неожиданно, приятно, радуете во всех этих, во всех вот этих нерадостных моментах, по-человечески, даже неловко. Спасибо. Вечереет, стало уже прохладненько. Принес вот все подарок Гербаню: фисташечки, сухарики под футбольчик.
похолодало. Даже на минимальную автономочку включил. На трибунах болельщики, это начинается. Их много, они шумные и красочные. Сегодня потрясающая в Москве. 2-0, Харим. Буду стресс заедать сливочным плавленым сыром с отборным творогом. Максименко, Херенко, Маслов, Хераслов. Павел Масы себе запрещал хватать руками Крыховика и пострадал именно Джигья. Но он не позволил Крыховику обострить до невозможности этот момент. Вкусный сырок. Хороший. Что было между Жамалетдиновым и Айртоном в концовке первого тайма. 4 утра. Заправка спит. А мне что-то... Проснулся, глаза начала резать от автономки. Но я ее вообще на минус убавил. И открыл окно. 5:40. Дождик моросит. Прохладненько. А я вот тут смотрю. Категория Е. 14 500 стоит, обучение 1.5 месяца, 8 часов теории, 8 практики, 24 вождения, равняется 40 часов обучения, 1.5 месяца учиться. Вот на такую вот. Под дождичек в спальничке хорошо полежать. Фу, блин, на улице так промерзло. Сходил, умылся хоть на заправку. И он позавтракать взял. Самса с говядиной и растягай с рыбой. Сейчас продегустируем. Погрели. Не знаю даже, с чего начать. Ну, начну с самсы с говядиной. Возьму над этой, а то, наверное, такая жесткая, прям крошится. Говядина присутствует. Конечно, вкусно. Этот вот кусочек стоит 100 рублей. Растягай. Мягкий, очень горячий. Рыба. И рис там еще. Минтай, что ли, или треска какая-то. Хрен поймешь. Жду, через 45 минут должен подъехать. Поедем на ТО. На ТО мозги компостирую. Без 15:09 уже. Колесами по какой-то штуке ездим. Перекус. Спасибо Роману за сало с Александра Невского. Старовер. Как житие мое? Тяжело становится жить в России. Ждем вот меня сейчас колеса, пока дегустируем сало. Сало оно не пропадет, ему ничего не будет. С булками
булки только с печи, да? Угу. Вот. Делают. Здесь пекут. Лепешки. Не булки, лепешки. Приятного аппетита. Взаимно. Блин, стояли, ждали, ждали, ждали. Шиномонтаж. У них там все что-то по записи. Сначала сказали вроде да, потом вроде нет. Короче, пру на Москву, на Подольск. Сейчас позвонил. Выгрузка вообще, по идее, 14-го. Сегодня у нас 12 апреля. Сказал, до 4-х, если успею, то выгрузят сегодня. Вот хочу постараться сегодня, чтобы завтра был полноценный выходной, а послезавтра у меня будет загрузка. Кукольный театр повезу на выступление. Буду смотреть там выступление. Короче, но это уже будет в следующей серии. Сейчас у нас задача. Сейчас время 12.06. Нужно успеть с Рязани в Подольск домчаться. Все, в путь. Старовера высадил, он свалил. Оставил свои булки, чтоб я, говорит, не ныл. Вот, в общем, все, едем. Давно уже что-то так непривычно. После Сибири сразу на Москву. Отвык уже. А едешь, дорога уже такая своя, родная. Но я уже, мне кажется, в душе стал немного сибиряк. Менталитет у меня такой сибирский. Блин, хорошо, что вот еще успели перекусить сало. А если бы сейчас бы, допустим, его перекусывали, то сейчас бы 4 часа, ну сколько мне, ну часа 3 мне туда, я думаю, надо ехать, 3,5, было бы совсем тяжело. А уже на обратном пути оттуда поеду, буду смотреть грузовой шиномонтаж, чтобы колеса перекинуть. Это переднее на правый зад, а правое переднее, которое жрет, на левый зад. И посмотрим, если так же будет жрать, то сход развал или... Может быть, шкварня, там хер его знает. У кого на газонах есть проблема, что с одной стороны жрет резину? Напишите, пожалуйста, как вы с этим справились и справились ли. Ну, состояние такое, еду, конечно, залипаю уже ровно 10 суток сегодня, как я в дороге. Хоть, конечно, я и сплю там изрядно, да. Ну, то есть без будильника, хоть я в 4 и встал, но без будильника сам. Но все равно вот это вот все накапливается, уже голова такая дубовая. Но лучше уж сегодня довезу. И чтоб завтра был полноценный выходной, как раз вам видео поделаю. Так что, друзья, поддержите лайком, комментарием, подписочкой, кто не подписался. Все, покинул Рязанскую область. Рязанскую. Въезжаем в Московскую. Дунганская кухня. Вот всегда хотел спросить. Вот кафе. Дунганская кухня. Вот тоже напишите, интересно, кто-нибудь пробовал дунганскую кухню? Что это вообще? Я не пробовал, но очень интересно. Все, 180 километров. Время прибытия прибавляется, но главное успеть до 4, пока в 15.08 прибытие. И чтоб хватило горючки. По моим прогнозам, аккурат тютелька в тютельку должно хватить. Кстати, вот слышите? Вот. Турбина свистит. Вот у кого свистит так, может, она из-за этого сопливится? Или сопливится, потому что свистит? Не могу понять. Полчаса времени прибавилось прибытие. Успеть бы. Уже не знаю, за что деньги брать. Тол рот. Платная шайза. Ядрит их всех вдышло. На Домодедово и Каширу поворачиваю. Посмотрим, какая тут дорога будет на Подольск. Потому что ехать по ЦКАДу, он платный, а ехать по МКАДу, пока нет пропуска. Сегодня вот техосмотр, страховку сделали, все. Пропуск будет готов только завтра, потому что послезавтра я еду в Москву с гастролями, с кукольным театром. Буду с ними ночевать, может быть...
даже участвовать с марионеточными машинками на руках. Мне можно сразу тремя управлять. Через Вострякова. Переезды, толкучка. Пробка затянулась, староверовские лепешки. Пошли в ход. Туда пошло у нас Домодедово. В 47-м году оно основано. А я ухожу на Подольск. И сейчас там будет что-то интересное. По крайней мере, красную херню я уже увидел. Я вот сейчас тут еду и так тут поймал себя на мысли, что я сейчас очень хочу обниматься с собакой. Но я думал, будет что-то хуже. Петлять. Ну, в принципе, такая межполейная, но дорога приемлемая, съестная. Ну, в принципе, можно сказать, что и без всяких там скадов платных дорога приемлемая. Вот я там проканифолился. Вот сейчас по обводной дороге еду. Сейчас поверну на Симферопольскую, ну, а это уже наше привычное, и все, и там уже Подольск. Сюда я, по-моему, уже ездил. Тут вот, где едешь с трассы, разворот. И потом уйдем направо. По-моему, я тут был. Не помню, блуждал или нет. Вишневая 11. Для компании Елена, говорит, справа будет написано. А, ну вот тут я тогда тусовался. То есть я вообще вниз туда куда-то спускался. Складской комплекс большой, но справа будет Елена. Загружают, блин, эти узбеки, то ли таджики бестолковые. Говорю, заезжать нельзя. Нет, они тянут. Я говорю, рохлю возьми и рохли ее, прикати, блин. Они веревку какую-то нашли, веревкой. Вот ленивые, как сидоровые козы. Фу, блин, я уже охерел, полезу. Фу, блин, носки протухли, сволочи едоки. Тоже мужик сейчас тоже с ним, как вчера, обосрались. Первый прострел вот Айртона Соболев забил бы, совсем другая игра была бы. И похер на все эти пенальти неназначенные. Ну, питерский, Левников. Питерские бомжи, дружат они с Анжи. Вместе овец, скоро им всем капздец. Ладно, полезу хотя бы за фрутомотивом, с тульским пряником перехвачу. Мотивчик фрута. Пряничек. Сусочек. Цезарь. С хлебушком. О, возят по ящичку. Ну ладно, я пока пожру. Оленина. Тюменская оленина. Оленинка. Ну как же, продегустировать едовой дальнобой. Все равно в сети. Люблю холодную тушенку тоже. Особенно с голодухи. Такая красивенькая баночка. Вкусняшка. Так. Все, получил. Документы. Путевка у меня сегодня как раз еще действует. Потом завтра я отдыхаю. Так. Сейчас доем, а то сглазил. Говорю, медленно работают. Они, стервицы, прям по-быстрому. Я не успел даже доесть. Сейчас, в общем, доедаю. Время у нас без 25. Ну и, надеюсь, часиком в 9 буду. Ну еще фиг знает. Сейчас по дороге поеду. Буду смотреть грузовой шиномонтаж. То, что что-то Аганезов дал за трещину. Прям слишком сильно колесо покусало. И там, и сям. И бьет. Как-то что-то не нравится мне в последнее время. Нужно перекинуть. Или завтра, или... Послезавтра перекину перед рейсом.
Фиг его знает, сейчас по состоянию, сейчас поем, а хорошая мысля приходит опосля. Оленина. Показатель вкусности и моей голодности. Олениночка, супер. Люблю дикие неизведанные финтифля. Офигеть, да, ребят, только-только я был в Новосибирске, в Сибири. Только-только вот ехал по Уральским горам. Я уже в Москве. Сегодня я только планировал побыть дома, а завтра ехать, а я уже сегодня в Москве расквитался. Для меня вот после моих всех этих рейсов, расставаний, я помню, раньше мне в Сызрань, казалось, это нереально далекий рейс. Где это какая-то жопа мира. Сейчас для меня Сызрань, я не знаю, это вот как утром в туалет сходить. А уж Москва для меня, это вот съездить от Рязани в Москву, это для меня, допустим, уже как, блин, в бак омывайки нассать. Десерчу. Тульский пряничек. Десерчу. И в путь. Вот, ребят, фрутомотив апельсиновый. Лучше не берите. Вот решил опять испытать. Хоть я люблю очень апельсиновый сок, но вот уже какой раз беру, от него изжог такое чувство, что тут хреново туча этой лимонной просто кислоты. Вот я сейчас буквально вот с тульским пряником попил. Весь язык сжег. Отрава редкостная. Я вот теперь понял, что меня мучило. То ли какая-то изжога, то ли какая-то... Потому что как будто горло сжег. Вот какой раз беру его, и все на те же грабли. И все по лбу, и все по спине. А погодка прям погодится. Сейчас бы посидеть на поплавочек, посмотреть. Ляпота. Прям люблю такую погоду, прям вообще. С ним даже и настроение улучшается. Ну а вот машину, вот, отпускаю. Вправо все равно тянет. Вот хоть и рулевой наконечник меняли, тот. И все равно как и тянуло, так и тянет. Так, а вот сейчас он мне показал повернуть на платную дорогу. Интересно, что бы это могло значить? Хотя у меня функция избегать платных дорог включена. Одни ремонты, блин, одолели. А что ремонтируют, непонятно. Кобин Роман скинул 100 рублей на семена. Ром, извини, не понял, какие семена, но большое спасибо. Даже с середины. Едет прям херачит, вибрация такая. На той стороне посмотрел, тоже, короче, херачит, половина протекторов съедены. Едовой дальнобой, блин. Не так, как там, но тоже. По-любому надо менять. Вот сейчас еду, смотрю, будет черемонтаж или нет. Грузовой. Ну вот и завершается мой рейс, друзья. Спасибо всем, кто был со мной.